Это началось, когда мне было 4 года. Тогда я впервые увидела свет из-за шкафа. Свет был оранжеватый и полупрозрачный. У нас за шкафом нет ничего, что может светиться. И да, свет шел ровной линией. Я часто спрашивала у мамы, видит ли она его, но она говорила, что там ничего нет. Этот свет меня очень сильно пугал, но я не знаю почему. Я прекратила его видеть, когда мне исполнилось 10 лет. Сейчас же мне 15. И вот на днях я снова увидела этот свет, но только он был бледно-белым и шел из-за другой части шкафа. И я снова чувствую тот самый страх, как и в детстве, и боюсь оставаться дома одна, так как быстро темнеет, а свет начинает светиться, как только становится темно.